В такой неформальной обстановке глава городского округа встретился с руководителями домов культуры, режиссерами, хореографами, директорами детских школ искусств, представителями библиотек. Всеми теми, кто непосредственно связан с культурой и искусством, кто в будни и выходные дарит людям праздник. Рад видеть тех людей, которые занимаются с нашими детишками, растят из них и будущих актеров, музыкантов. Это, считаю, что очень важно, и поэтому хотел вот сегодня не просто как, традиционно, да, что тоже, наверное, важно, поздравить вас с вашим замечательным праздником, поблагодарить за ваш труд, потому что мы привыкли, люди, которые из зала видим вас со сцены в своих трудах, вы нам дарите уже результаты своего труда. Делились успехами, планами, а также удачными премьерами и показами. Так, совсем недавно в Зимнем театре прошел спектакль под интригующим названием «Мама мне оторвала руку». Режиссер постановки Александр Калинин рассказал Геннадию Панину, как он нашел и почему выбрал именно эту пьесу, а еще о том, что на премьеру приезжала ее автор, ученица Николая Калиды Маша Конторович. Следующая пьеса, которую написала Мария, называется «Морозов» и посвящена фестивалю под одноименным названием. Текст главе Орехова-Зуева вручили лично. Немаловажная тема для города и современного общества в целом – перезагрузка библиотек. Мы идем в ногу со временем, тоже в том смысле, что в прошлом году мы были подключены к национальной электронной библиотеке и президентской библиотеке. Это бесплатный электронный ресурс, который дает возможности тоже расширить горизонты для читателей. Мы очень надеемся, что и этот год будет у нас таким же успешным, поскольку тоже у нас в планах проведения очередной библионочи. Она является акцией всероссийской по продвижению книги и чтения. И также мы предложим нашим читателям тоже массу различных мероприятий. Говорили об успехах детей, которые обучаются хореографии, живописи, музыке. Не обошлось без традиционных подарков и цветов. Впереди новые планы, задумки и свершения.